Добрый день, Мария Федоровна. Волонтеры принесли вам продуктовые наборы. С продуктовым набором в руках и с безвозмездным желанием помочь. Эти добровольцы стали уже частыми гостями в домах пенсионеров. Правда, визиты эти быстрые и безопасные. Обязательно соблюдение дистанции в 1,5 метра и наличие масок. Спасибо. За 1,5 недели самоизоляции в микрорайоне Левобережной обошли уже более 50 пенсионеров, которые вынуждены сидеть дома. Ольге Владимировне продукты покупает дочь. Впрочем, и от помощи партийных добровольцев женщина не стала отказываться. Ну, конечно, приятно. Добровольцы закупают продукты и лекарства в соответствии с запросами людей, а также предлагают пенсионерам бесплатные продуктовые наборы, куда входят крупы, сахар, тушенка, подсолнечное масло и молоко. Мы обзваниваем и спрашиваем, нужны ли им какая-то наша помощь. Или принести лекарства, или принести какие-то купить продукты. И потом эти заявки мы выполняем. Тяжелые очень сумки бывают, заказов делают очень много бабули. Они, видно, боятся, запасают намного. Для пенсионеров, инвалидов и людей с хроническими заболеваниями работает горячая линия администрации 8-495-573-7788, а также областная горячая линия Роспотребнадзора 8-800-550-5030, которые круглосуточно принимают заявки на приобретение лекарств и продуктов питания.